В работе молодежной политики есть одно замечательное направление – поддержка молодых талантов, молодежного творчества и, конечно же, работа с молодежными лидерами. Ежегодная смена «Архитектура таланта» – одна из ступеней этой работы. Последние несколько лет смена приобрела профессиональный уклон. Основное – знакомство ребят с будущими профессиями. Там проходят различные образовательные блоки, тренинги, мастер-классы. Подростки создают свои проекты и реализовывают их. Исключительно за счет поддержки. Дети видят, что он не один такой, что все остальные тоже, они ему готовы помочь. И за счет, конечно, командного сплочения они добиваются просто неимоверных успехов. Больше 20 десногорских ребят от 14 до 17 лет изъявили желание принять участие в нынешней профильной смене «Архитектура таланта». Они заполнили и сдали анкеты, которые вместе с портфолио будут направлены в Смоленск. Смоленская область в этом году сами будут представители администрации проводить творческий профильный отбор. Ну вот в том году мы создавали при администрации города свою экспертную комиссию. Ребята подавали свои портфолио, мы рассматривали и как бы уже делегацию направляли. В прошлом году 11 десногорских подростков побывали на «Архитектуре таланта». Некоторые из них хотят поехать туда и нынче. В прошлом году «Архитектура таланта» носила название «Летняя профориентационная смена». И мы проходили там вариативные курсы, к чему нас учили, чему-то новому нас учили. А потом мы заканчивали курсы, мы получали грамоты, дипломы. Вот. Я была на тракторе, я научилась водить трактор. В регионе отборочные туры будут проходить до конца мая, и только в июне будут известны результаты. Мы от души желаем нашим активным творческим десногорцам стать участниками «Архитектуры таланта 2017», собрать большую группу и проявить себя. Профильная смена традиционно пройдет в начале августа.